Последнее дельце осталось. Домогательство. Так и напишем. Представьтесь, пожалуйста, для начала. Денис. Денис. Дорохов. Кафе как называется ваше? Девственница. Дюймовочка. Две девушки. Две девушки. Как выглядели? Описывайте. Длинноногие. Длинноногие. Длинноволосые. А что вы жаловаться сюда пришли тогда? В кафе кто-то присутствовал в это время? Да. Кто? Друг. Друг, опишите его. Друг двойняшка. Правильно я понимаю, что этот двойняшка, он ваш друг, и вы не родственники? Да. Он один в один, как вы выглядите, правильно? Да. Представьтесь, быстро. Петр Петрович. Пустозвонов. В 12 дня вы были в кафе, правильно? Правильно. Что вы там делали? Пил. Что пили? Пил. Помой. Помой. То есть у вас был выбор между пить пиво и помои, и вы решили пить помои.